Приветствую вас на канале «Современные родители». Сегодня у меня в обзоре компактная фритюрница JF Grill GFF012. Это бюджетная модель, и у нее есть свои почитатели. Прежде чем начнем, рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. В описании я оставлю подборку ссылок на лучшие цены. Буду рада вашим комментариям и лайкам. А теперь поехали! Фритюрница. Простое в использовании устройство для приготовления картофеля, куриных стрипсов, мяса, рыбы, морепродуктов, овощей в кляре, жареных пирожков, чебуреков, пончиков и множество других блюд. Световой индикатор отображает подключение к сети. На корпусе нанесены пиктограммы-подсказки. Они помогут установить оптимальный режим для приготовления разных блюд. В крышке находится смотровое окно, через которое вы сможете наблюдать за ходом жарки, и фильтр, предотвращающий распространение запахов и задерживающий капли масла, выходящие вместе с паром. Пластиковый корпус характеризуется прочностью, легко очищается от загрязнений. Чтобы получить румяную корочку на продуктах, необходимо ингредиенты опустить в кипящее растительное масло или жир на определенное количество времени. Резервуар вмещает до 1,2 литра масла, корзина – 300 грамм продуктов, так что вы сделаете сразу несколько порций угощения. Управление фритюрницей осуществляется с помощью механического переключателя. За счет интегрированного термостата температуру нагрева пользователь регулирует самостоятельно, в зависимости от собственных предпочтений и рецептуры. Вы сможете выбрать температуру нагрева в диапазоне от 80 до 190 градусов. Механизм лифт позволит аккуратно поднять и зафиксировать корзину, чтобы излишки масла стекли. Ручка емкости не нагревается, так что прихватки вам не понадобятся. Я отобрала основные особенности, о которых говорят пользователи этой модели. Сначала отрицательные. Чаша для масла несъемная. Очень неудобно мыть после использования. Неудобные рукоятки у крышки. Маловато для семьи из 4 человек. Есть небольшой запах пластика. Нельзя готовить блюда, в которых много воды. Теперь перейдем к положительным. Отлично вписалась в белую кухню. Алюминиевая чаша – прелесть. Вся конструкция легкая и отмывается быстро. Крышка полностью снимается. Объем 1,5 литра – экономия масла. Фритюрница не коптит потолок и не оставляет капли масла на столе. Есть окошко для наблюдения за процессом готовки пищи. Имеются меткие ограничители для масла. Пользоваться прибором просто. На сегодня это все. Буду рада обратной связи. Делитесь мнением в комментариях и не забудьте про поддержку в виде лайков. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».